28 сентября 2023 год, сестричка с днем рождения, люблю тебя, целую. Афоризм дня на сегодня будет такой. Бойкот женщине невозможен. Как только вы перестаете с ней говорить, она решает, что вы начали ее слушать. Написала 29 ноября 2011 года этот афоризм. Про женщин у меня, конечно, очень много афоризмов. Ребро Адама вышло боком. Первое, что вспомнилось. Что ж про женщину? Женщина, если женщина не следит за своей фигурой, за ней не будут следить и мужчины. Женщина от шахмат отпугивает необходимость переносить фигуру в жертву. Первый вопрос был задан Адаму ребром. Ну, по-моему, много там.